Благодаря референдуму, я думаю, в ближайшее время мы вольемся в состав самой великой страны нашего времени, великой России. Я думаю, что в дальнейшем наши дети, наши внуки смогут получать то, что мы не смогли получить до этого. А это, в частности, качественная медицина, доступное жилье и материнский капитал. Я думаю, все это будет в самое ближайшее время.